я говорил уже, что были достаточно большие крупные артерии, и пока мы для себя остановились на цифре 3,5 мм диаметра артерии в плане безопасности для стенок артерии, для прохождения этого катетера. Ну и, конечно, надо, необходимо дальнейшие какие-то изучения по долговременной оценке эффективности и безопасности этого метода, в том числе и применение его при сосудах менее 3,5 мм. Спасибо за внимание. Сейчас, может, пока мои коллеги... Да, у меня вопрос. Можно я пока сейчас коротенький спрошу? Очень интересно, Тимур Владимирович, а вот вы когда проходите, вы за бляшку уходите катетером? Прям за окклюзию и за бляшку? Там впереди правило... был один клинический случай, там была бляшка, а в правой окклюзии. Вот, и вы якоритесь дистально, и туда прям дистально выводите катетер, потом тянетесь, да? Проводниковый. Да, если бляшка позволяет пройти, но это же мы сначала пробуем обычным аспирационным катетером. Если он туда проходит, ну, и наши тракции не получались, тогда мы идем проводником. Но если проводниковый, не позволяет, за бляшку? Да. Если позволяет бляшка, то за нее. Да, за нее в дистальное отдело, чтобы максимально забирать всю массу тромботических масс. Тимур Владимирович, у меня вопрос. А были случаи заклинивания гайд-катетера тромботическими массами? Были, я просто о них не упоминал. И что делали? Приходилось все извлекать? Мы убирали всю систему на грубом отрицательном давлении, то есть брали уже большой шприц, чтобы, ну, мы понимали, что мы заклинили и не можем, но я вот сейчас не совру, это было один или два раза. То есть диаметр катетера проводникового, он в принципе позволяет убирать даже тромбы уже там 2-3-дневные. Вот, ну, подают нам таких кардиологи, и вроде бы он уже сформировался, и вроде бы там уже совсем другие процессы в тромбе, но он позволяет их убирать, он их засасывает. Потому что я показал, диаметр практически в 3 раза больше, не диаметр, площадь отверстия в 3 раза больше, чем у аспирационного катетера обычного. Да, еще вопрос. А все ли гайды одинаковы для такой методики? Все ли подходят? Я скажу честно, у нас не криминал, если сообщу, какие у нас. У нас только ланчеры. Вот, к сожалению, мы другими катетерами не пользовались и не применяли их для этой методики. Дмитрий Львович. Да, добрый день, Тимур Владимирович. Спасибо за прекрасный доклад. У нас в центре Алмазова тоже, не знаю, к счастью или к сожалению, большой опыт таких пациентов. У меня не вопрос, а комментарий. У нас был опыт, мы использовали нейрорасходку при массивных тромбозах. Это, конечно, ну, это хорошо помогает, но это требует смены гайд-катетера с 6 на 7 френч, и не всегда удобно. В последнее время мы берем терумовский, ну, надеюсь, можно сказать, катетер Hartrail ST0, 5 френч, 120 сантиметров. Он через 6 френч проходит вообще в легкую, он все пылесосит. Мы подсоединяем или насос, когда он под рукой, или 50-кубовые шприцы для инфузоматов. Это очень удобно, он, конечно, гораздо управляемый, он заходит на периферию, он все убирает, и при массивных тромбах, при интервенциях на шунтах, это очень удобное средство. Ну вот у нас просто ланчер, ну тоже, в общем-то, спасибо, можно будем знать. Да, еще вопрос, вот если неуспешная аспирация обычным катетером, аспирационным, то сразу шли на методику проводникового катетера? Аспирация, либо пробовали еще использовать гайд-экстензоры? Нет, мы не пробовали использовать гайд-экстензоры. Это я просто из литературы, из тех сообщений, которые нашел. Нет, мы У нас ситуации тоже такие бывают, но мы в первую очередь идем гайд-экстензором. Нет, мы ставили 2-метри аблокаторы всегда. Да, то понятно. Есть, если мы не можем добиться кровотока обычным аспирационным катетером, и после этого, если это невозможно, соответственно, сразу шли проводниковым катетером вот по описанной методике. Тимур Владимирович, как бы справа и с передней тут все понятно, мы тоже так иногда делаем, да. А какую кривизну гайды вы используете для огибающей артерии? Вы знаете, здесь важно, ну, я не знаю, к счастью, наверное, к счастью, огибающих артерий в нашем опыте было не так много. Но 8%. Здесь, 8%. Да, вот. Но мы пытаемся, если, еще раз повторюсь, ну вот ланчер, он позволяет, он достаточно мягкий. Да, понятно, кривизна любая?
У нас в основном GL3.5. Редко, когда мы используем EBU, катетеры, опять же, ланчера. Но в огибающей есть некий такой прием, когда на баллоне можно катетер сформировать, что он вот так вот стоит. Ну, понимаете, да, вот этот вот конец желя смотрит вот туда. И этого достаточно, чтобы отсосать, ну, грубо говоря, зайти там на 20-30 миллиметров и отсосать вот эту массу проксимальных тромбов. И артерия открывается. То есть, вот, ну, еще раз повторюсь, это было немного. А вы только проксимально отсасываете? А если нет, в среднем сегменте? Нет, нет, нет. Мы же смотрим, откуда. Но если это окклюзия, грубо говоря, там в проксимальном сегменте, естественно, мы, зашли первый раз, отсосали. Если не получили, проходим дальше. Вот. Соответственно, это зависит. Если вот как у меня в примере была правая коронарная, которая уже в третьем сегменте перед крестом была окклюзирована, естественно, мы проходим сразу туда. А зачем, ну, сразу лезть далеко? Не, ну если тромб в среднем сегменте, ну, а проксимальный свободный? Нет, соответственно, к нему и проходим. Ну вот я просто не пользовался хэт-трейлами, я ими пользовался, но не пользовался для аспирации. Но просто ланчер ввиду, ну, я не знаю, там, ввиду своей вот универсальности, он вроде бы и форму держит, когда надо, но и вроде бы и мягкий для того, чтобы проходить вот такие вот вещи. То есть он допускает этого. И, в общем-то, вот, ну, в принципе, у нас, на наш взгляд, пока неплохие результаты. Мы хотим дальше продолжать изучать эту тему. Тамар Соломон. А скажите, пожалуйста, вот вы привели клинический случай, когда вы делали тромбоаспирацию, и вы получали хороший результат без имплантации стента, да, этого больного оставляли. Да. В этих случаях вы делаете визуализацию, чтобы понять причину все-таки тромбоза и насколько безопасно оставлять этот участок без стента? Или вы ангиографически оцениваете? Спасибо за вопрос. Нет, к сожалению, мы не можем себе позволить, ну, финансово, я думаю, что это понятно и не секрет, в каждом таком случае делать. То есть мы, да, оценили действительно ангиографически, нам это все понравилось. Более того, у этого человека и в левой-то не было ничего. И, ну, как бы такие люди, они всегда вызывают интерес, вот, но, к сожалению, вот, ну, как каждому делать ОКТ, нет, мы не сможем. Поэтому мы этого человека оставили именно ну, просто на терапии, именно только судя по ангиографическому результату. Спасибо. Интересно, что вроде на поверхности лежащее решение, то есть необходим тромбоэкстрактор большего диаметра. А я, кстати, неоднократно задавал нашим производителям этот вопрос. А почему не сделать вот что-то типа подобия или гайд-экстензора? Вот, потому что я тоже слышал, Сергей Владимирович говорил про это, мы уже обсуждали эту тему. Вот, или же сделать большего диаметра. Пусть он будет более, ну я не знаю, точнее, менее тонкостенный. Потому что там, ну, не нужна как таковая вот какая-то вот эта основа, я не знаю, там железная, там, я не знаю, или что там она, вот эта вот оболочка. Они есть большего диаметра у трубы 8 френч. Есть 6 френч, 7 френч, 8 френч. У нас 5,6, да. Но это не подходит, здесь, да. Но мы же сама методика увеличиваем диаметр дырки в лучевой артерии, чего не очень бы хотелось. Просто у нас, получается, идет проводник, и рядом с ним идет параллельно идет приемное отверстие аспирационного катетера. Как бы нам нужно идти по центру. Соответственно, кроме гайд-экстензоров или катетеров малого диаметра, ничем убрать эти тромбы нельзя. И все равно, даже когда большой диаметр, но мы его прошли, и все. Если, не дай бог, там это эмболический инфаркт, то обычные стандартные аспирационные катетеры, они, ну, заходят, и все, он их не цепляет, не может. Потому что впереди идет носик, на который он фиксируется. Да. Спасибо большое. Мы будем двигаться дальше. Спасибо. Следующий доклад – это внутривенные антитромбоцитарные препараты при чрезкожных коронарных вмешательствах, показания, эффективность осложнения. Доктор Шаховцова, Старый Оскол. Добрый день, уважаемый президиум, уважаемые коллеги. Позвольте поделиться с вами информацией о показаниях, эффективности осложнениях, возникающих при использовании внутривенных антитромбоцитарных препаратов во время выполнения чрезкожного коронарного вмешательства. Использование блокаторов 2B3А является эффективным способом лечения осложнений, которые возникают при ЧКВ, однако связано с риском развития кровотечений. Самым частым и грозным осложнением является феномен no reflow, который встречается до 44%, летальность при этом иногда может достигать до 30%, при плановых ЧКВ частота возникновения до 2%.
Последствием неадекватной реперфузии миокарда является распространение зоны некроза, снижение систолической функции, дилатация камер сердца, которые в итоге приводят к более агрессивному ремоделированию сердца с формированием и прогрессированием сердечной недостаточности. Всем нам известны возможные способы медикаментозной реверсии микроваскулярной обструкции, которые используются достаточно редко. Мануальная тромбоэкстракция, как мы знаем, согласно клин-рекомендациям, рутинно применяться не должна, так как отсутствует влияние ее на прогноз. И единственная специфическая терапия для лечения микроваскулярной обструкции на сегодняшний день являются блокаторы 2B3А. К сожалению, в нашей стране важность этой группы недооценена. Они применяются всего у 3% пациентов с инфарктом с подъемом сегмента СТ. Согласно клин-рекомендациям, блокаторы 2B3А мы должны назначать в случае возникновения тромботических осложнений или высокого, по мнению оператора, риска их развития, а также уместно их применение у пациентов с инфарктом с подъемом, если пациент не получил или не получит в ближайшее время блокатор P2 и Y12 рецептора тромбоцитов. Клинические рекомендации по лечению инфаркта без подъема сегмента СТ также гласят нам о том, что использовать блокаторы 2B3А мы должны при возникновении тромботических осложнений. Можем рассматривать их при выполнении ЧКВ у пациентов высокого риска, не получивших нагрузку, и не рекомендовано к применению пациентов с неизвестной коронарной анатомией из-за отсутствия доказательств. Обновленные клинические рекомендации по ОКС-подъему 2023 года Европейского общества кардиологов не изменили свои позиции, уровень и класс доказательности. В настоящее время в нашем арсенале есть три препарата. Это моноклональный необратимый монофрам и две малые молекулы эптифибатит и тирофибан. Здесь важно сделать акцент на том, что тирофибан можно использовать у пациентов с хронической болезнью почек. Позвольте поделиться нашим личным опытом применения блокаторов 2B3А. Большая часть пациентов – это пациенты с острым коронарным синдромом. В 3% случаев мы назначаем эти препараты у пациентов с осложнениями во время ЧКВ при хронической ишемической болезни сердца. Распределение используемых блокаторов представлено на данном слайде. В последние 2 года мы даем преимущество тирофибану ввиду удобства его использования и возможности назначения пациентам с ХБП или предполагаемой хронической болезнью почек, не зная на момент проведения вмешательства данных показателей азотемии. Около 80% это пациенты с ОКС с подъемом, 18% острый коронарный синдром без подъема сегмента СТ, 3% это хроническая ишемическая болезнь сердца. Основная масса пациентов получают блокаторы 2B3А во время процедуры при наличии на то показаний. 8% пациентов получают блокаторы до проведения ЧКВ, это в случае возникновения тромбоза стента, когда мы уже знаем коронарную анатомию, и в случае позднего назначения P2W12. После ЧКВ мы можем прибегнуть к использованию блокатора 2B3А в случае сохраняющихся клинических проявлений микроваскулярной обструкции, а также есть опыт применения у пациентов с кардиогенным шоком. Все пациенты получали фармакологическое сопровождение блокаторами P2W12, 13% пациентов получили догоспитальный тромболизис. Основным показанием для назначения блокаторов являлся первичный массивный тромбоз, на втором месте no reflow, ну и технически сложные поражения коронарных артерий. Двум пациентам блокаторы 2B3А мы применяли дважды в одну госпитализацию в тех ситуациях, когда возникала необходимость в повторном ЧКВ при возникновении осложнений. Оценку результатов мы проводили по шкалам TIMI, MBG и TTG по данным электрокардиограммы, а также регистрировали кровотечение в период пребывания пациента в стационаре. Достижение целевого эпикардиального кровотока было достигнуто больше, чем у 0,5%. При этом некоторое преимущество, по нашим данным, имеет тирофибан. Целевой кровоток не был достигнут порядка у 7-8% пациентов. Это лица с кардиогенным шоком, с нарушенной перфузией коронарного русла. Регрессия коронарного тромбоза была достигнута практически у 85% суммарно при использовании блокатора 2B3А. Целевая перфузия миокарда, здесь преимущество, тоже некоторое преимущество идет за тирофибаном по данным нашего наблюдения. Нормального свечения достигнуто не было у 11% пациентов на тирофибане, у 17% на эптифибатиде. Это лица были, как правило, с кардиогенным шоком.
По данным ОКГ мы оценивали резолюцию сегмента СТ более чем на 70%. Спустя 2 часа эту отправную точку мы выбрали сами здесь, преимущество продемонстрировал тирофибан. Больших кровотечений, по нашим данным, возникало больше на фоне применения птифибатида. Малые кровотечения чаще встречались при использовании тирофибана. В одном случае всего лишь отмечалась выраженная тромбоцитопения. Эта пациентка, к сожалению, погибла. Не могу не акцентировать ваше внимание на двух метаанализах использования блокатора 2B3А при кардиогенном шоке. Этот метаанализ 2020 года продемонстрировал, что у пациентов, которым в дополнение к стандартной терапии добавлялись блокаторы 2B3А, риск смерти в течение 30 дней снижался на 45%, а в течение года практически на 50%. И еще один регистр, польский, тоже продемонстрировал нам снижение риска смерти в течение года у пациентов с кардиогенным шоком при добавлении к стандартной фармакотерапии блокаторов 2B3А рецептора тромбоцитов. Хочу поделиться нашими данными. На основании предыдущих метаанализов мы решили провести свой небольшой анализ данных за последние 2 года. При условии одинакового количества пациентов с кардиогенным шоком при ОКС в течение 2 лет, частота использования, ввиду действительно сложных оперативных вмешательств у пациентов с кардиогенным шоком в 2023 году была выше, и летальность при кардиогенном шоке в 2023 году у нас с 56% снизилась до 39%. Здесь можно осторожно предположить, что действительно блокаторы 2B3А имеют свою роль в снижении этого показателя, потому как в прошлом году у нас не появилось никаких новых методик для лечения пациентов с кардиогенным шоком. Мы работали ровно так же, как и в 2022 году. На основании этого можно сделать выводы. Блокаторы 2B3А являются относительно безопасными, могут быть использованы как опция в лечении пациентов с повышенным риском тромботических осложнений. Они позволяют уменьшить частоту поражения микроциркуляторного русла. Тирофибан продемонстрировал некоторое преимущество восстановления коронарного кровотока при большем риске малых кровотечений на основании нашего наблюдения. Целесообразно проведение больших рандомизированных клинических испытаний для определения терапевтической роли блокаторов 2B3А, что позволит расширить показания к их использованию, в том числе возможные при кардиогенном шоке, и, возможно, повысить класс и уровень рекомендаций для их использования. Спасибо за внимание. Есть вопросы? Да, есть вопросы. Меня интересует группа, вы сказали, там порядка... Там больше 10% было пациентов после докоспитальной тромболитической терапии. Да, вот, разница в кровотечениях. Вот как, наверное... да, вообще, как они переносят вот эту комбинацию с блокатором 2B3А? Я не указала это в презентации, но мы проводили анализ. Различия в частоте кровотечений в зависимости от того, был проведен тромболизис или нет, мы не обнаружили. И как это обосновалось с точки зрения клиники, там, комиссия, потому что это, в принципе, является таким очень тонким моментом. Но в инструкции по применению, да, с осторожностью нужно применять эти там вещи. Там написано «не рекомендовано». Но иногда возникают такие ситуации, когда мы не можем не прибегнуть к блокаторам 2B3А. В таких ситуациях мы оформляем протокол врачебной комиссии, проводим консилиум и коллегиально принимаем такое решение. И доза двойной терапии у этих пациентов какая была? Какой блокатор? P2V12? Да. Те, которые на тромболитической терапии, как правило, в первые сутки это был все-таки клопидогрел. Доза какая? 300 миллиграмм, да. У нас, Сергей Владимирович, порядка 100 пациентов в год проходит на тирофибане. Мы тоже делаем off-label. То есть у нас, во-первых, показания для него широкие. Это, если плановый ЧКВ, ЧКВ высокого риска, после обычной всегда массивной ротаблации всегда тирофибан. И если мы говорим про пациентов с подъемом, без подъема сегмента СТ, то практически часто при таких сложных поражениях мы его применяем и как раз после тромболитической терапии. И в целом отличная переносимость, хороший эффект. И в принципе препарат достаточно, но очень удобен. И с точки зрения даже потом, если мы потом рассматриваем какие-то вопросы по хирургии, то... Через 4-5 часов прекращается его действие, и уже в принципе... Да, понимаю, да, мы тоже только тирофибан сейчас используем, там у нас больше 100 пациентов идет на тирофибане, активно, то есть совершенно как бы рутинное использование.
Но у нас был случай, когда именно после догоспитальной тромботической терапии тяжелое кровотечение было, и, собственно, потом был большой, в общем, разбор, и это такая неприятная ситуация. А вы сказали, что у нас мало используются эти препараты, всего 3%. А какие еще есть данные по другим странам по использованию? В каком проценте, вы считаете, должно быть немало? Максимальный процент, который я встречала в данных литературы, это 15-20%. Больше активно азиатские страны. Как-то они более привержены к активному использованию этих. А вы еще упомянули, что тирофибан наиболее удобен в применении. А можете по всем трем препаратам сказать нам плюсы и минусы того или акцентируя именно на удобство, да, конечно, использования? Ну, начнем с первого препарата, который был на слайде. Это Монофрам. Самое главное преимущество – это как бы его и преимущество, и в какой-то степени недостаток. Это необратимое ингибирование тромбоцитов в течение недели, тромбоциты неактивны. Если пациент высокого риска повторных тромботических событий, то, скорее всего, разумно использовать его. Удобен тем, что идет болюс из одного флакона, порой остаются там какие-то несколько долей миллилитров. Вот. Но риск кровотечений и на Монофраме, почему мы постепенно от него ушли, тромбоцитопении, вот анализ я здесь не проводила, но 18-19 год, когда мы с ним работали, тромбоцитопении мы видели больше, кровотечений тоже было довольно много. Эптифибатит – хороший препарат, но, на наш взгляд, он не так удобен в сравнении с тирофибаном. Объясню почему. Потому что три флакона, из одного идет инфузия, из двух флаконов набирается болюс, подбирается в зависимости от массы тела. Нужно соблюдать четкий тайминг в 10 минут для введения второго болюса. И его нельзя использовать у пациентов с клиренсом креатинина менее 30. Тирофибан – один флакон, из этого же флакона идет болюс, продолжается инфузия в зависимости от массы тела, и он не требует хранения в холодильнике, он хранится при комнатной температуре, стоит рентгеноперационной, и у пациентов с клиренсом креатинина до 15 он может использоваться просто в половинной дозе. То есть если мы поставили инфузию в операционной 30, потом мы получили высокий креатинин, мы посчитали СКФ, она выходит за рамки, да, и мы просто в палате уменьшаем эту дозу вдвое, и уже понимаем, что пациент в относительной безопасности. Спасибо большое, Лариса Владимировна. Мы тогда дальше, да, будем, спасибо, с вашего разрешения двигаться. У нас Дмитрий Львович Маносов с докладом применения стентов Ультимастер у пациентов с острокоронарным синдромом. Да, добрый день, коллеги. Спасибо за возможность предоставить доклад. Применение стента Ультимастер у пациента с острым коронарным синдромом. Вот. Что мы вот хотим от стента при лечении ОКС? Это, ну, чтобы он был универсальным, чтобы была маленькая система доставки, чтобы он легко проходил извитые артерии, чтобы постдилатация стента при необходимости не сопровождалась излишним сокращением зоны самого стента, легкий доступ к боковой ветке, отсутствие знать большого рекоила и, конечно же, двойная антигранатная терапия на один месяц. Вот. Что нам дает стент Ультимастер? Это кобальт-хромовый стент с сиролимусом. У него хорошее биодеградируемое подкрытие, открытая ячейка, гидрофильная система с высокой проходимостью, адаптивный, две платформы, и он как раз-таки позволяет нам назначать двойную антигранатную терапию на один месяц. Из основных плюсов могу отметить, это все-таки две платформы, доставляемость, прочная система, то есть баллон не лопается и сама система доставки не ломается в руках при осложненном проведении. Но также универсальность и быстрое сдувание баллона. По поводу доставляемости, вот такой пациент после перенесенного ортокоронарного шунтирования, венозные шунты на бассейн нагибающие закончились, наверное, сразу в момент операции. То есть пациентка болит, нужно что-то делать. Непростое проведение коронарного проводника, проведение баллона с большими трудностями. Сразу после проведения баллона было понятно, что он, стенд никуда не залезет. Спокойно был взят гайд-экстензор, заведен, взят короткий иностранный стенд, попытка провести, стенд слетает с темы доставки.
Заведен второй баллон, баллоном все это прижато, пытается все это вывести. Я все это завел в гайд, стенд начал слетать, раздул. В общем, оторвался кончик гайда, с помощью двух баллонов удалось все это захватить, систему вывести. Но, слава богу, удалось сохранить доступ на коронарном проводнике, то есть убрали интродюсер, поставили новый интродюсер, новый гайд-катетер. Как вместо уже сломавшегося гайд-экстензора, вот как раз таки мы до этого говорили про хардтрейл 5-франчевый, мы взяли его как гайд-экстензор, и я взял 275 Ultimaster 28. Ну вот картинка, то есть хардтрейл заведен в зону стентирования, и вот чем меня порадовал здесь Ultimaster, что он вот этот вот S-образный изгиб с двумя обратными углами просто выбрал в легкую, то есть убирается гайд-экстензор, ну, гайд-катетер, стенд назад не отскакивает, и мы получаем такой результат. Конечно, там в одной из веток осталась диссекция, но, по крайней мере, мы смогли закончить эту операцию, имплантировать стенд, и пациент, в принципе, стал чувствовать себя гораздо лучше. По поводу кальция. Второй пациент, тоже острокоронарный синдром, без подъема сегмента СТ. Вот такая измененная все артерии на фоне сахарного диабета. Вот такая передняя желудочка артерия. Казалось бы, никаких проблем не будет, но все-таки кальций меня вынудил взять баллоны, и на попытку предилатации этой артерии ушло два обычных баллона и порвалось два НС баллона. То есть после четырех баллонов кальций все равно оставался, но Ultimaster не подкачал, прошел. Был имплантирован с хорошим ангиографическим результатом. И насчет быстрого сдувания баллона, это кейс моего коллеги Евгения Николаевича Серкова, это просто, конечно, тихий ужас вся эта история. Значит, девушка 44 лет, в анамнезе у нее тимома средостения, перенесла лучевую терапию и химиотерапию. Многократно пыталась забеременеть, последняя попытка удачная, забеременела, но как-то становится и не очень хорошо. Прорастает дыхательная недостаточность, она наблюдается по месту жительства, ей выполняются плевральные пункции, выделяются литры жидкости, и по данным эхо у нее прогрессирует сердечная недостаточность и прогрессирует митральная недостаточность. Пациентку консультируется, ей неоднократно предлагают сделать прерывание беременности, она отказывается, ей предлагают сделать кесарево на раннем сроке, она отказывается. В связи с тем, что хочет доносить ребенка до 36 недель, он родился здоровый. Пациентку консультируют в нашем перинатальном центре, говорят, что срочно санавиации вести, она отказывается. И 5 января, когда исполняется 36 недель, она самостоятельно садится в самолет, прилетает в Петербург, практически умирает в самолете, на такси доезжает до центра Алмазова, и с клиникой отека легких, острой желудочной недостаточностью, она заваливается на КПП нашего центра. Значит, его моментально берут акушеры, делают кесарево сечение. Затем пациентка выдает тяжелейший, первый раз в своей жизни, ангинозный приступ с элевацией сегмента СТ на мониторе по всем отведениям и в асистолию. Реанимационное мероприятие, и ее привозят из перинатального нашего центра к нам. Коронарография, мы видим субокклюзию устья ствола. После коронарографии асистолия, на укосе попытки завести проводник в мероприятии безуспешные, пациентке подключается ЭКМО, на укосе на ЭКМО выполняется стентирование, используется стент Ultimaster, то есть мы быстро завели, он хорошо встал, постдилатация стента, вот такой результат. Стент был 3.5.12, значит, пациентка стабилизируется гемодинамика, инотропная поддержка длительная, через 16 часов отключили ЭКМО, была купирована полиорганная недостаточность, фракция с 13 выросла до 40, в динамике митральная недостаточность 4 до 3, и на момент выписки у нее была фракция 40, конечно, миокард желудочка пострадал, но митральная недостаточность была второй степени, и пациентке не понадобилось в будущем хирургическая коррекция митрального клапана. Полгода назад с ней связывались, да, и у нее живой ребенок и здоровый, с ней связывались наши кардиологи, она чувствует себя хорошо, стенокардии нет, одышки выраженной нет, то есть она наслаждается жизнью. Ну и следующий случай. Пациент 65 лет, анамнезе стенокардии напряжения традиционного класса, инфаркт миокарда неизвестной давности. Значит, записался к нашим кардиологам на консультацию и на КПП потерял сознание. Прибежали реаниматологи, фибрилляция желудочков, реанимировали, перевели в палату реанимации, начинаются множественные повторные фибрилляции желудочков с эффективной электроимпульсной терапией, восстановили ритм и привозят к нам в КАТ-ЛАБ. На укосе на ИВЛ, значит, при поступлении индивентрикулярный ритм установлено сразу было веноартериальное ЭКМО с помощью УЗИ, начатая инотропная вазопрессорная поддержка.
Это вот кардиохирургам, вот они пришли нам помогать ставить ЭКМО, они меня сфотографировали этого пациента. То есть мы видим и лукус, который работает по полной программе, и ЭКМО. И выполнена коронарография, вот такая картина, тромбоз ствола. То есть сразу через диагностические катетеры были введены блокаторы 2B3А, что-то начало потихоньку растекаться, но видно, что ничего не течет, в принципе, критическое поражение. Проведен проводник, без предилатации взят длинный стенд ультимастер, имплантирован переднемежелудочку в артерию. Без постдилатации, значит, на эхо спонтанная деятельность отсутствует, какой-то редкий ритм, ну, все признаки разворачивающихся уже проблем, лактат 17. Через 4 часа было решено поставить левожелудочку в обход, появляется какая-то сократимость и ситенсовый ритм с периодическими фибрилляциями желудочка. 12 часов фракция нарастает. Синусовый ритм, отключается аппарат Лукас. Это вот наш первый опыт 12-часового применения Лукаса и ЭКМО. Реаниматологи работают, через сутки отключают ЭКМО, купирована полиорганная недостаточность, фракция 36, и, соответственно, пациент в реанимации провел у нас 7 суток, 10 суток на отделении кардиологии, и выписан без ангинозных болей. И самое главное преимущество, которое есть все-таки у ультимастера, это то, что у него две платформы. То есть стенты 2,5-3,0 могут дотягиваться до 4,5 мм по диаметру, 3,5-4 дотягиваются до 5,5. Мы живем в ситуациях, когда не всегда поставщики могут привести нужные стенты. Мы же бывает, что мы ошибаемся с диаметрами стентов. Плюс у нас появился УЗИ, и мы бывает необходимо дотягивать стент. Вот самый большой плюс ультимастера – это возможность дотягивания стентов без значимого укорочения. Когда это удобно? При протяженных поражениях, при перекалибровках, при приложении поражения ствола с переходом на устье огибающей передней прижуточной артерии. Я знаю, что коллеги, когда есть устевые поражения, используют методику Жабо, но мне, к сожалению, мануальные навыки ни разу не позволили ее даже на модели сделать, для меня это очень сложно. У нас есть большой маневр для постдилатации этих стентов, но они достаточно универсальны. Спасибо за внимание. Дмитрий Львович, а вот ваш коллега, наш коллега из Индии, на предыдущей сессии как-то более, скажем так, четко и подробно отозвался о тех ситуациях, когда ультимастер следует применять и когда не следует. И, допустим, вы вот на клиническом примере нам показали, сейчас рассказали, что было кальцинированное поражение, тяжелая массивная бляшка, устевое поражение, стволовое поражение, и вы его применяли. Когда, в то же время, когда наш коллега из Индии, он сказал, что ультимастер все-таки имеет меньше там, преимуществ для устевых кальцинированных поражений. Лучше его применять при извитых поражениях, мягких бляшках и длинных там, протяженных диффузных изменений. Как вы с ним поделились бы мнениями? Ну, как у всех, у нас же разный подход к выбору методики лечения. Мне ультимастер как раз-таки понравился этой универсальностью, что мы можем полечить и ствол, мы можем полечить и устье, и можем полечить дистальный сегмент, все это спокойно дотянуть. Ну, каких-то таких вот значимых проблем, чтобы там не трогать устевые поражения, ну, я с этим не согласен. Может быть, часто это бывает связано с радиальной устойчивостью? Ну, радиальная устойчивость у всех стентов хорошая, в том числе и у ультимастера. То есть, ну, есть стенты, допустим, не знаю, не будет рекламы, это Create, который Cre8, у них радиальная устойчивость достаточно слабая за счет больших ячеек. Вот, они не подходят, например, при массивных бляшках, которые достаточно сильно пролоббируют. Ну, как-то, не знаю, мне понравился стент своей универсальностью. Ну, я не могу сказать, мне не очень нравятся высокоспециализированные стенты, которые, например, конусные стенты или там специальные стенты для стволовых поражений, например, Мегатрон, потому что, ну, мы все работаем в РСЦ, вот, и в РСЦ, если закупить там, допустим, какие-то специализированные стенты, они могут не понадобиться годами, а нам нужно работать, чтобы работа была, и ультимастер является такой вот этой рабочей лошадкой, которая позволяет компенсировать в том числе и наши ошибки, ошибки с выбором диаметра стентов, ошибки с протяженностью и при наличии тех же аортоустевых поражений. То есть, когда мы можем взять 3-5 стент и спокойно дотянуть в стволе до 4,5
а по некоторым тестам и спокойно дотягивается до 6 без разрыва структуры и без значимого укорочения. Но это же очень удобно. Дмитрий Львович, прекрасно продемонстрировали клинические случаи вот таких неотложных пациентов. Скажите, а не было у вас возможности попробовать проведение ультимастера через диагностический катетер? Такие вот вещи. Не смотрели, насколько он? Нет, я как-то... Ну, я... Уже была раньше такая концепция, она давно, мы просто когда-то участвовали, и в нас нам давали тогда, ну, каких-то 10-20 имплантаций были, был такой стенд Свелта, стенд, который сразу был на коронарном проводнике, то есть проходил, можно было провести через диагностический катетер, и сразу без проводника, сразу стенд с проводником и имплантация. Нет, у меня такого опыта, не знаю. Ну, то есть вы не знаете, как ультимастер проходит через катетер? Через катетер, если мы, когда мы брали вот этот вот хардтрейл, это 5-франчевый тромбовский катетер, он 120 сантиметров, мы его используем как аспирационный, диагностику, он проходит легко, он нигде не скрипит, нигде не застревает, это тоже хорошо. Ага. Там сама система гидрофильная, она легко проходит. Ну, то есть в этом плане да, но через диагностику другую, нет, не проводил. Ясно, спасибо. Дмитрий Львович, а у вас личный опыт был перерастяжения большого ультимастера? Скажем, 2,75 до 4,5 и до 5? Ну, 2,75 нет, но тройку я до 4,5 дотягивал. А потом отдаленные результаты были, оценивались? Отдаленных результатов, к сожалению, не оценивал, и возможности в СУЗИ нет. Это было в клинике, где в СУЗИ отсутствует, к сожалению. Но значимого укорочения на ангиографии не было. Не укорочения, а потом рекойла, скажем. Нет, рекойла нет. Нет, в отдаленном периоде. Ну, в отдаленном не могу сказать, у этих пациентов не было контроля. Еще у меня вопрос. А вот после установки ультимастера были какие-то рекомендации по сокращению двойной антитромбоцитарной терапии, как было приведено там? В течение месяца можно отменять. Ну, по поводу, как-то менялась тактика? Всем пациентам у нас назначают на полгода, но наличие вот этой вот возможности, то, что один месяц, это нам всем в пользу, потому что пациенты обычно только месяц, два, три, они сами пьют таблетки, затем они это все прекращают. И это, конечно, тоже большой плюс, потому что не нужно думать о том, что после какого-нибудь сложного и непростого стентирования к тебе пациент приедет через два месяца с тромбозом всей этой зоны. То есть месяц терапии – это большой плюс, ну, для всех. Спасибо. Спасибо. Борис Семенович Суховатых. Комбинированная антитромботическая терапия в профилактике тромбоза коронарных стентов у пациентов с COVID-19. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги, добрый день. К сожалению, Борис Семенович не смог сегодня приехать. Позвольте мне продемонстрировать наш доклад. Меня зовут Сидоров Дмитрий Владимирович. Я врач-сосудистый хирург отделения рентгенхирургии Орловской областной клинической больницы и Курской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Итак, глубокоуважаемые коллеги, позвольте вам продемонстрировать результаты применения комбинированной антитромботической терапии профилактики тромбоза коронарных стентов у пациентов с COVID-19. Заболевание сердца и сосудов занимает лидирующую позицию по инвалидизации и смертности трудоспособного населения во всех развитых странах мира. При этом основным виновником сердечно-сосудистых катастроф по праву можно считать острый коронарный синдром. Существенно осложняет течение основного заболевания новая коронавирусная инфекция COVID-19, которая сопровождается гиперкоагуляционным синдромом и может приводить к тромботической окклюзии коронарной артерии. В целом патогенез тромбообразования выглядит следующим образом. В результате разрыва атеросклеротической бляшки или ее повреждения баллонным катетером во время баллонной ангиобластики происходит выброс кровотока тромбогенных соединений, таких как тромбоксан А2, АДФ, серотонин, адреналин и ряда других. Этот процесс приводит к активации рецепторов, расположенных на мембране тромбоцитов, в том числе и гликопротеиновых рецепторов 2Б, 3А. Благодаря этим рецепторам происходит соединение тромбоцитов друг с другом через фибриногеновые мостики, что в свою очередь и приводит к образованию окклюзирующего тромба. Новая коронавирусная инфекция проникает в эндотели через рецепторы АПФ2 и приводит к дисфункции эндотели, что в свою очередь также может провоцировать иммунотромбоз. Целью нашего исследования явилось изучить эффективность двойной дезагрегантной в сочетании с антикоагулянтной терапией у пациентов с острым коронарным синдромом и сопутствующей инфекцией COVID-19 после экстренного чрезкожного коронарного вмешательства.
Мы проанализировали результаты лечения 120 пациентов с острым коронарным синдромом и сопутствующей инфекцией COVID-19. Мужчин было 72, женщин 48, средний возраст составил порядка 61 года. Все пациенты были разделены на две равные группы. В первую группу вошли пациенты, которым была назначена тройная антиагрегантная терапия. Помимо стандартных препаратов, таких как клопидогрел и ацетилсалициловая кислота, пациенты также принимали ривароксабан дозировки 2,5 мг 2 раза в сутки в течение 1 месяца. И во вторую контрольную группу вошли пациенты, которым назначалась стандартная двойная антиагрегантная терапия. Объемы поражения легких оценивались по результатам компьютерной томографии и были практически идентичны в обеих группах. В рамках нашего исследования мы оценивали частоту повторного тромбоза коронарных артерий после проведенного экстренного эндоваскулярного вмешательства. При этом первичные результаты мы оценивали через 10-15 суток после проведенной операции непосредственно перед выпиской пациента из отделения. И окончательные результаты мы оценивали через месяц после проведенного интервенционного лечения. В раннем послеоперационном периоде умерло 2 пациента, по одному больному в каждой из групп, за счет наличия у обоих пациентов большого объема поражения легких и выраженной дыхательной недостаточности. Повторное экстренное вмешательство было выполнено 3 пациентам из-за вновь возникших у них загрудинных болей. При этом у одного пациента из второй группы выявлен тромбоз стентированного сегмента, выполнена реваскуляризация с положительной динамикой. И спустя 1 месяц после проведенного эндоваскулярного лечения мы анализировали уже окончательные результаты. Показатели летальности остались без изменения в обоих группах, однако увеличилось количество пациентов, которые были подвергнуты повторному экстренному вмешательству. Всего таких больных было 6, 2 пациента в первой группе и 4 пациента во второй группе. При этом у 4 больных, у 1 пациента из первой группы и у 3 больных из второй группы выявлен тромбоз стентированного сегмента, выполнена реваскуляризация с положительной динамикой во всех случаях. Таким образом, назначение двойной дезагрегантной в сочетании с антикоагулянтной терапией у пациентов с острым коронарным синдромом и сопутствующей инфекцией COVID-19 повышает эффективность проводимого интервенционного лечения. При этом риск травматических осложнений в послеоперационном периоде уменьшается в 3 раза. Благодарю за внимание. Дмитрий Владимирович, спасибо большое, прекрасная презентация. Скажите, вот с позиции современных тенденций, когда вот все больше проявляется исследований, согласно которым монотерапия клопидогреля, она имеет, скажем, ну, преимущество перед двойной терапией с аспирином и клопидогрелем. И вот в вашем случае, когда вы думали про тройную терапию, не было у вас идеи, чтобы часть пациентов оставалась именно на терапии клопидогрель плюс апиксабан? Потому что все-таки с точки зрения снижения рисков кровотечений, как бы сегодня эта тактика считается, ну, особенно в группах высокого риска пациентов. Каково ваше мнение здесь? Вы знаете, мы думали об этом. А на самом деле это исследование зародилось еще вот в начало эпохи коронавирусной инфекции, когда совершенно еще подбиралась доза антикоагулянтных препаратов. Да, мы думали переход на именно монотерапию клопидогрелем в добавлении с ривароксабаном, с более, наверное, высокими дозировками ривароксабана, наверное, не по 2,5 мг, а может быть по 10 мг, но 1 раз, конечно, в сутки. Но, честно говоря, мы отказались от этой методики, поскольку все-таки мы старались придерживаться клинических рекомендаций. В дозировке 2,5 мг, да, мы можем назначить у пациентов с ОКС по данным рекомендаций, как известно, без каких-либо затруднений. А подобное назначение было совершенно офф-лейбл, и ну, мы как-то старались воздержаться от этого. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Так, как? Уважаемые коллеги, следующий доклад. Клиническая эффективность и безопасность применения дорса пальмарного и трансрадиального доступа при чрезкожных коронарных вмешательствах пациентов с острым коронарным синдромом. У нас докладчик Руслан Валерьевич Ахрамович, город Мытищи. Пожалуйста. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, разрешите представить вашему вниманию работу, посвященную клиническому эффективности и безопасности применения дорсопальмарного и трансрадиального доступов при чрезкожных коронарных вмешательствах у пациентов с острым коронарным синдромом.
Трансрадиальный доступ при чрезкожных коронарных вмешательствах при ОКС с 2017 года занимает первый класс рекомендаций международного европейского кардиологического сообщества благодаря исследованию «Матрикс». Благодаря меньшему риску геморрагических осложнений, что находит отражение в смертности, снижение смертности от инфаркта миокарда и инсульта. Однако на текущий момент частота местных осложнений при чрезкожных коронарных вмешательствах при остром коронарном синдроме все равно остается в пределах 20%. Одним из основных таких осложнений является окклюзия лучевой артерии, частота которой, по данным различных литературных источников, достигает 10%. В основе данного осложнения лежит тромбоз, который вызван травмой стенки сосуда, воздействием интродюсера и в последующем воздействием окклюзирующей дающей повязки. К другим осложнениям трансрадиального доступа также относятся кровотечение гематомы различной степени выраженности, артериовенозная фистула и ложная аневризма. Высокая доля, до 50% пациентов с многососудистым поражением коронарной артерии, тенденция к отказу от аортокоронарного шунтирования в пользу поэтапной реваскуляризации побудила врачей и ученых к поиску методов профилактики окклюзии лучевой артерии, а также других осложнений в области доступа. Одним из методов такой профилактики является дорсопальмарный или дистальный, так называемый дистальный-дистальный лучевой доступ. Благодаря нему снижается частота указанных выше осложнений и обеспечивается комфорт, больше комфорт пациента. Вследствие поверхностного анатомического хода, нахождение места пункции дистальной поверхностной ветви лучевой артерии, как указано на рисунке, что позволяет сохранять двойное кровообращение кисти как во время процедуры, так и во время гемостатической повязки. А также расположение сегмента артерии над костно-фациальным основанием в дистальном сегменте, что обеспечит мягкий и неокклюзирующий гемостаз. Однако на сегодняшний день отсутствуют данные, которые бы регламентировали технику выполнения и клинические преимущества дистальных видов лучевого доступа у пациентов с острым коронарным синдромом. Целью настоящего исследования было изучение клинической эффективности и безопасности применения дорсопальмарного лучевого доступа при первичных чрезкожных коронарных вмешательствах у пациентов с острым коронарным синдромом на госпитальном этапе лечения по сравнению с классическим стандартным трансрадиальным доступом на лучевой артерии предплечья. Задачи ставились следующие: изучение клинико-анамнестических данных пациентов с острым коронарным синдромом и основных характеристик процедуры первичной чрезкожной коронарной вмешательства, выполненного с применением либо дорсопальмарного, либо трансрадиального доступа. Следующим пунктом явилось изучение частоты развития местных осложнений со стороны дорсопальмарного и трансрадиального доступа в госпитальном периоде, а также изучение показателей частоты конверсий дорсопальмарного и трансрадиального доступа при проведении первичного чрезкожного коронарного вмешательства у пациентов с острым коронарным синдромом. Последним пунктом была оценка целесообразности проведения ультразвукового исследования лучевой артерии, выполняемого непосредственно перед чрезкожным коронарным вмешательством, которое, ну, планируется выполнить с применением дорсопальмарного доступа. Критерием включения соответствовало 200 пациентов, поступивших с июня 2018 по ноябрь 2020 года в сосудистый центр на базе Мытищинской городской клинической больницы с диагнозом острый коронарный синдром. Методом простой рандомизации по таблице случайных чисел пациентов распределяли в соотношении 1:1 в группы трансрадиального доступа и дорсопальмарного доступа. Обе они равнялись, составили по 100 человек. Опыт оператора на момент проведения вмешательства составил более 100 пункций лучевой артерии как в дистальных, так и на уровне предплечья. Первичной конечной точкой исследования была окклюзия лучевой артерии, которая подтверждалась проведением ультразвукового исследования.
Вторичные конечные точки – это параметры пункции лучевой артерии, такие как время и количество попыток пункции. Параметры процедуры чрезкожного коронарного вмешательства – это общее время процедуры, время рентгеноскопии, объем рентгеноконтрастного вещества, которое было израсходовано в ходе процедуры. Показатель конверсии доступа в группе дорсопальмарного и трансрадиального доступа. Комфорт гемостатической повязки, наложенной после процедуры, он оценивался по 10-бальной вербально-описательной шкале. Гематомы учитывались по шкале ИЗИ. Принимались во внимание гематомы 3-5 степени. Также велся учет другим осложнениям со стороны сосудистого доступа, таким как псевдоаневризмы и артериовенозные фистулы. Анализ клинико-анамнестических характеристик пациентов групп трансрадиального и дорсопальмарного доступа показал, что средний возраст составил 62 года. Пациенты мужского пола составили 3/4 всех исследуемых. Диагноз острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента СТ был диагностирован более чем у половины всех пациентов. А артериальная гипертензия осложняла течение заболевания у 2/3 исследований. Сравнительный анализ параметров чрезкожного коронарного вмешательства у пациентов группы трансрадиального и дорсопальмарного доступа показал, что в группе дорсопальмарного доступа отмечалось относительно увеличение частоты конверсии, однако не оказавшееся статистически значимым. Причиной во всех случаях конверсии был спазм лучевой артерии. При этом в группе дорсопальмарного доступа во всех случаях конверсии налажен трансрадиальный доступ через предплечье ипсилатеральной верхней конечности, то есть на той же конечности. В группе трансрадиального доступа, там тоже была одна конверсия, была она выполнена на контралатеральной руке, также трансрадиальным доступом, то есть на предплечье. Случаев феморальной конверсии не отмечалось ни в одной из групп. Также отмечено, что количество попыток, продолжительность пункции и показатель лучевой нагрузки были сопоставимы в обоих группах. Оценка комфорта гемостаза, выполненная путем анкетирования и опроса пациентов, выявила достоверное преимущество дорсопальмарного доступа перед трансрадиальным доступом. Сравнительный анализ частоты осложнений со стороны доступа в группах показал 5-кратное увеличение частоты гематом степени ИЗИ-3 в группы трансрадиального доступа. При этом в дорсопальмарном доступе группы гематомы группы ИЗИ-4 не регистрировались. Все гематомы ИЗИ-4 были регистрированы в группе трансрадиального доступа. Гематомы ИЗИ-5 не было. Случаев артериовенозных фистул отмечено не было. Окклюзия лучевой артерии на предплечье выявлялась только у пациентов группы трансрадиального доступа. Однако отмечалось такое осложнение, как окклюзия дистальных отделов лучевой артерии с сохранением кровотока в лучевой артерии предплечья. Она отмечалась у пациентов группы дорсопальмарного лучевого доступа. Так называемая дистальная окклюзия лучевой артерии. У троих пациентов она отмечалось. Следует также отметить, что ни в одном из 6 случаев конверсии доступа окклюзия лучевой артерии ни дистальной, ни предплечья, равно как и гематом ИЗИ-3 от 3 до 5, выявлены не было. Также, помимо оценки проходимости лучевой артерии на 5-7 сутки, был оценен диаметр лучевой артерии как на предплечье, так и на дорсальной поверхности кисти. Было выявлено, что у пациентов с конверсией доступа диаметр лучевой артерии на обеих уровнях был ниже средних значений. Диаметр лучевой артерии на предплечье во всех случаях был выше, чем диаметр артерии на дорсальной поверхности ладони. Также у обоих пациентов. Однако из-за малого количества наблюдений в группе конверсии статистических значимых различий между пациентами с конверсией лучевого доступа и всеми остальными пациентами в отношении диаметра лучевой артерии вот на предплечье выявить не удалось, поскольку всего вот пациентов с конверсией было 6 человек.
На данной диаграмме мы видим, что красные точки, они как раз отражают диаметр лучевой артерии на ладони у пациентов с конверсией. Мы видим, что они расположены в самой-самой нижних значениях. И в целом они не выходят за пределы 2 мм. В то время как тренд нам показывает, что среднее значение диаметра лучевой артерии на ладони составляет более 2-25 мм. Также отдельно был оценен диаметр лучевой артерии на уровне предплечья и дорсальной поверхности ладони по данным УЗИ. И выявлено, что он достоверно был ниже у женщин. Далее в диаграмме отражается та же закономерность. Таким образом, нами отмечена сопоставимость дорсопальмарного и трансрадиального доступа по продолжительности налаживания доступа, по лучевой нагрузке и успешности самой эндоваскулярной процедуры. Дорсопальмарный лучевой доступ также отличает комфорт как во время, так и после вмешательства. Снижение частоты окклюзии лучевой артерии предплечья, а также других механических осложнений со стороны доступа при дорсопальмарном лучевом доступе делает его безопасной альтернативой классическому трансрадиальному доступу. А главное, сохраняет лучевую артерию для последующих вмешательств. Дорсопальмарный доступ, который выполнен опытными операторами, обладает сопоставимым с трансрадиальным доступом показателем частоты конверсии. Однако, в отличие от трансрадиального доступа, дорсопальмарный доступ в случае конверсии позволяет использовать лучевую артерию предплечья той же ипсилатеральной конечности. Необходимость перехода на феморальный доступ и на лучевую артерию контрлатеральной конечности она сводится к минимуму. Оценка диаметра лучевой артерии, на наш взгляд, позволяет определить оптимальную точку доступа, снизив тем самым количество механических осложнений и выделив пациентов, которым возможно провести дорсопальмарный лучевой доступ в условиях острого коронарного синдрома. Спасибо. Да, спасибо за интересный доклад. У меня вопрос по поводу УЗИ. Вы оценивали только лучевую артерию, либо локтевую тоже? Мы проводили тесты для, в общем-то, оценки двойного кровоснабжения, состоятельности двойного кровоснабжения лучевой артерии. Датчик мы прикладывали только к лучевой артерии, локтевую не трогали. Еще вопрос. А уровень, скажем, УЗИ оценки до какого? До бифуркации или... Или только в зоне интереса пункции? В зоне пункции. А как, просто вы сказали 6%, примерно 6%, 6%, да, конверсии было? Да. Ну, как раз укладывается высокое отхождение лучевой артерии, там 5-7%. Может быть, с этим было связано? У нас потом, да, были такие пациенты, высокое именно аберрантное отхождение лучевой артерии, такие пациенты были, однако на диаметре, на предплечье это никак не отразилось. Диаметр точно такой же диаметр. Просто спазм чаще возникает. Да, у таких пациентов наклонность к спазму очевидна. Просто мы 100% всем больным, абсолютно всем, используем УЗИ. И оценим локтевую, лучевую, поэтому там можно оценить и петли, и высокое отхождение, и сразу выбрать доступ. Не обязательно замыкаться только на лучевом доступе. Локтевой тоже совершенно спокойно может использоваться. Мы сейчас задаемся целью, да, и рассматриваем вариант как раз локтевого доступа, поскольку артерия гораздо крупнее и спазму наклонность меньше. Не всегда крупнее. Спасибо. Скажите, а повторно дорсопальмарный доступ использовать можно или эта область травмируется потом? Ну, за исключением тех случаев, о которых я говорил, что дистальные так называемые окклюзии, одно из дуг пальмарных, вот когда имели место быть, да, то есть когда она окклюзирована, да, повторно использовали, уже было множество таких пациентов, вот, даже тех, кто вошли в исследование, однако пришли уже, будучи многососудистыми, на второй этап эндоваскулярной коррекции. Вот, мы у них активно применяли тот же дорсопальмарный доступ. Но опять же, это, он обнаруживает в себе те же преимущества, что и патент гемостаз. То есть после пункции прикладывается повязка, то есть валик. Но поскольку
много мягких тканей, то полного перекрытия лучевой артерии не происходит. Как условий для тромбоза создается гораздо меньше. Спасибо большое. У меня вопрос, Руслан Валерьевич. Вы, получается, что у вас принято в вашей клинике, то есть вы работаете по протоколу ультразвук first, да? То есть сначала вы делаете ультразвук, потом уже колите артерию. То есть у вас тактика при 100% случаях вы делаете, да? Ну, в 100% случаев, да, ну, за исключением самых, наверное, очевидных, ну, когда прям каких-то экшен, потому что, да. И, кстати, вот здесь надо сказать, что вот совсем относительно недавно вышла статья, по-моему, 3 января, Франческо Бурзотто, автор, и как раз там они описывают эту методику, комбинированная ультразвуковая и ангиографическая оценка анатомии, и как раз вот они указывают на то, что вот именно применение ультразвука дает возможности снизить количество осложнений и выбрать оптимальную, скажем, зону для пункции. Да, вот мы 2 года абсолютно всем больным делаем УЗИ. Абсолютно все врачи перед тем, как пунктировать или выбрать доступ, делают оценку. На УКС? Всем. Абсолютно. Дело в том, что это занимает 1 минуту на самом деле. Вот. Дело в том, что у нас есть портативный аппарат прямо в отделении. Значит, отделение реанимации в непосредственной близости с нами, и пока пациента готовят, берут кровь и снимают электрокардиограмму, всегда есть вот эта 1 минута, чтобы просто приложить датчик. У нас дистально, так и, да, в общем-то, в традиционном месте. Вот. Спасибо. Там датчик без проводной используется у нас, Siemens. И там плюс еще какой, если будут проблемы с пункцией, можно, например, локтевая глубоко залегает, окклюзия лучевой, и с помощью УЗИ-навигации можно сделать уже совершенно спокойно, пропунктировать в сложных каких случаях. Поэтому сколько надо больных сделать, чтобы почувствовать себя, как вы сказали, опытным оператором именно в освоении этого доступа? Мне кажется, по аналогии с кривой обучения традиционному лучевому доступу, то есть 50 человек диагностика коронарографии, а потом уже, в общем-то, можно приступать и к лечебным вмешательствам. То есть 100 человек, ну, на наш взгляд, это, ну, оптимальная цифра, после которой можно. Вот аналогичные данные дают в многоцентровом исследовании Тандера, которое недавно было проведено и окончило, тоже требованием для вступления как исследователя туда было именно 100 пункций дистальных предварительно, вот, перед тем, как уже можно было, ну, участвовать в качестве одного из докторов и собирать. Еще один вопрос, если можно. А во всех случаях хватало длинный гайд катетера? Длинный гайд катетера не хватало не во всех случаях, поэтому тут я не стал лишний слайд вставлять, боясь за регламент. 190 сантиметров рост был критерием, ну, ограничительным, потому что, ну, были действительно обидные случаи, когда идеальная пункция дошел, а там буквально вот этих вот, ну, сколько, 5, скажем так, миллиметров, их не хватало, чтобы просто закатетеризировать как следует устье ствола, да, то есть просто не дотягивался. А гайды, конечно, они в принципе существуют, 110-130 даже в природе, но вот в практике сосудистого центра они не всегда в наличии, поэтому мы вот в исследовании вот эту ограничительную черту сделали 190. Ниже 190 таких проблем мы не испытывали ни разу. Бывают люди больше, мы такие проблемы действительно, было такое. Особенно в сочетании с извитостью брахиоцефального, да, ствола, что тоже вот накладывает прям отпечаток. Если пациент большой, гипертоник, он еще, ну, грубо говоря, широкий, то есть очень часто не дотягивались. Спасибо, Руслан Валерьевич. Спасибо за вопросы. Коллеги, переходим к следующему докладу. Риск развития острого повреждения почек и его прогностическое значение у пациентов с ОКС с подъемом сегмента СТ, подвергшийся ЧКВ. Докладчик из Пензы, Бахрам Гусейнагаглы. Пожалуйста. Искандеров. Да. Есть такой у нас? Да.
Так, тогда дискуссия. Ладно, докладчика у нас нет, но зато у нас появилось время немножко пообсуждать наши доклады. Все были интересные. Единственное, они так разномастные, объединенные только, наверное, скажем так, одной проблемой – острое нарушение коронарного кровообращения. Мне лично было удивительно обнаружить, что вроде бы казалось, занимаясь этими пациентами уже много лет, мы все находим что-то новое, что-то усовершенствуем, что-то дополняем, начиная с лекарственной терапии, заканчивая, допустим, вот как сейчас, местом доступа. Не могу сказать, что испытываю необходимость менять или применять рутинно вот последний доступ, который мы сейчас послушали, но, видимо, какие-то случаи, какие-то пациенты потребуют использования именно такого доступа. Наверное, надо будет опираться на работы наших коллег для того, чтобы понять и необходимость, и правильный отбор тех пациентов, которым нужен именно такой доступ. Мне понравилось, Тимур Владимирович так смело применяет катетеры для удаления тромбов. У нас были такие единичные случаи, мы считали там за счастье убраться побыстрее из коронарного русла, не выдрав там бляшку, не сделав диссекцию, отсосав большую массу тромба с помощью гайд-катетера. Но чтобы вот рутинно в таком количестве использовать, да еще я так понял, что это авторская разработка запатентованная. Я надеюсь, что производители обратят внимание на необходимость в некотором усовершенствовании тех инструментов, которые сейчас есть. И мы получим тромбоэкстрактор большого диаметра. Единственный минус в методике, которая у Тимура Владимировича была, ну, который я считаю минусом, это прохождение катетера за пределы окклюзии и только потом на отрицательном давлении и на обратной тракции попытка удалить тромб. Таким образом, наверное, все-таки мы несколько увеличиваем шансы протолкнуть тромб дистальнее и получить дистальную эмболию. И вместо положительного эффекта от удаления большого тромба получим, наоборот, большую проблему. Но это на дальнейшую разработку у производителей или на, опять как Кулибин, кто-то из нас или из наших коллег предложит методику для удаления больших тромбов, но при этом с сохранением той безопасности, которая необходима при этой манипуляции. Ну, раз я на этой сессии выполняю роль, как сказать, плохого полицейского, я бы хотел обратить внимание докладчиков, что в своей диссертации докладывать в том виде, который вы докладываете у себя на ученом совете, это не очень правильно. И здесь надо вычленять самое интересное и показывать именно те аспекты, которые должны заинтересовать нас всех. Они, например, средний возраст или сколько там было мужчин и женщин и так далее. Это все из-за этого вся ваша красота и весь ваш труд теряется в недостаточно адекватной подаче. Может быть, у коллег по нашему президиуму есть какие-то комментарии? Вот у меня по как раз по лучевому доступу, не знаю, мы столкнулись с такой ситуацией, что нас стали штрафовать, если нет обоснования, скажем так, конверсии, либо первичный бедренный доступ. У всех такая ситуация или нет? У нас тоже была такая. А сейчас 100 тысяч снимают у нас. Нет, там 10 или 20%. Ну, у нас 100. Скажите, пожалуйста, а почему, на каком основании, чем они обосновывают, что осуществляют съемы? Я первый раз такую вещь слышу. Я тоже услышал первый раз. Мы сейчас, во-первых, на основании того, что не было указано конкретно, из-за чего был выбран бедренный доступ, вот, собственно, вот единственная причина. Поэтому сейчас...
Любая конверсия штрафуется. Ну, если, скажем, радиальная на феморальную. Исходно пациент, например, доктор решил сделать бедренный доступ, ну, по каким-то своим причинам, но сделал УЗИ, например, увидел малый диаметр сосуда, либо окклюзия лучевой, либо какие-то извитости, петли, и пошел на бедренный. Но это он не указал. Там в обосновании таком довольно-таки пространном. Все это основание для штрафования. Но это, наверное, основание для штрафа не из-за того, что он перешел на другой доступ, почему? А скорее что-то в оформлении истории. Вот наши эксперты почему-то вот считают так, что если вот, скажем, не обосновал так железно, что да, вот бедро лучше, чем рука. ФОМС, но это эксперты ФОМС. Скорее всего, кто-то появился из экспертов ФОМС, дюжо умный. Да. Вот, значит, ну, с этим ситуация борется. У нас была подобная ситуация с системой ушивания. Вот, в частности, вот в МХЦ имени Пирогова штрафовали. Но ситуация очень простая. Просто пишешь обоснование любое, там, с целью снижения осложнений. Сейчас, да, просто это в качестве рутины вставляется в протокол. И аккуратненько руководство должно переговорить с этими экспертами ФОМС, чтобы себя хорошо вели. Вот, по крайней мере, этот вопрос решился так, вот, в частности, в Курске. Вот. Но обоснование, ну, в принципе, надо. Более того, я считаю, что если возникают вопросы или какие-то сомнительные вещи, лучше вставить фразу о том, что для чего мы это сделали. Может быть, она является, может быть, глупо выглядеть, но это будет обоснование для того, чтобы эксперты ФОМС не предъявляли претензий. Да, причем у нас 98% это лучевой, локтевой доступ. И вот эти 2%, там, если, скажем, пациент с шунтами, да, вот, сделали, ну, понятно, шунтография как бы удобнее с бедра делать чаще всего. Особенно, когда там мамалия используется. Скажите, вот, пожалуйста, да. А вот зам по экспертизе, вы задавали вашему зам по экспертизе вопрос? А сейчас разбирается, это вот буквально вот на прошлой неделе случилось все. Ну, то есть, надо на основании чего они? То есть, они получают... Это уже... что бедренный доступ нелегальный стал. То есть, это в смысле плохо. Нелегальный? С точки зрения эксперта. Причем эксперт, насколько я знаю этого эксперта, она кардиолог. То есть, она вообще даже близко к ней не касается рентгенхирургии. Но это протестование. Этим должны заниматься не врачи рентгенхирургии, зам по экспертизе, экспертный отдел. Просто хотел... У нас ли только у нас такая ситуация или где-то, может, еще... Очень странная ситуация. Да, да, да. И сумма-то 100 тысяч, как бы, это не такая маленькая. Ну, кто-то захотел денег просто заработать, да. И все. Спасибо. Позвольте. Добрый вечер. Доктор Киреев, город Челябинск. Сергей Ильич, приветствую вас. Мы с вами в 200 километрах друг от друга. Но вы не поверите, вот между вашим Минздравом и страховыми медицинскими организациями есть консенсус по проведению экспертизы истории болезни. И как раз-таки там очень много пунктов на инфаркт с подъемом, без подъема. И там присутствуют разные пункты. Чек-лист там есть. Чек-лист, соответственно. Да, и там бедренный доступ. Это как бы такой консенсус, который был принят. И у нас в Челябинской области он тоже в стадии разработки. Но вот нас, к счастью, вот не штрафуют по такому разделу пока. Хотя сейчас, в общем, с федеральным законодательством все у нас упирается в клинические рекомендации. И если написан лучевой доступ 1А, значит, извольте его использовать рутинно или обосновать его неиспользование. Так же, как и стент с лекарственным покрытием вы используете, а вот поставили голометаллический, не поставили, не обосновали, почему вы не используете. Например, там как артерия 5,5 мм, а у вас стент 5 мм голометаллический, а другого нету, ну, значит, тогда вот получаете штраф. Там идет код дефекта 322 или там что-то такое вот. И как раз-таки со снятием до 50% получается. Эта методичка где-то год назад была у нас в Челябинской области, вот от ваших экспертов, так сказать, перекочевала. Ну, достаточно, может быть, дельный такой консенсус, потому что нас, допустим, штрафовали в области за неправомерное назначение гепарина. То есть, допустим, пациент весит, условно говоря, 73 килограмма, минимальная доза, которой гепарина должна вводиться, 70 единиц на килограмм веса. То есть минимальная должна быть 5200 единиц, условно говоря. Мы сделали 5000. Недостаточная доза, хотя, допустим, достижение ВС больше 300. Mm-hmm. Поэтому целый отдельный разговор на тему вот этих вот штрафных санкций. Ну, естественно, как бы все ориентируются на клинические рекомендации. И когда есть возможность лучевого
сетевого доступа, все, конечно же, к нему прибегают, получается. Конечно, и разные его разновидности. Это дополнение очень полезное, особенно в свете того, что сейчас все клинические рекомендации направлены на активную, агрессивную, инвазивную стратегию. Даже если пациент зашел в больницу узнать, сколько времени, и случайно почесал грудь, его могут госпитализировать и назначить коронарографию, если у него было стентирование. Рутинно причем, получается. Да, да, спасибо. Тут проблема еще такая. Там же написано лучевой доступ, а если локтевой доступ выбран? Это тоже как бы получается. Ну, в принципе, могут для этого себе докопаться. Вот так вот, так вот ограничивать. Ограничивает нас, мы должны вот думать, мы призываем врачей, чтобы они всегда обязательно указывали, почему именно тот или иной доступ. Но благодаря нашим экспертам, кстати, таким, у нас всем пациентам делаем АВС, абсолютно всем. При ЧКВ, ну, при условии, когда используют гепарин. Поэтому проблемы с дозами там ушли. У меня небольшой комментарий относительно дистального доступа. Первым его использовал у нас Автандил Михайлович еще лет 10, может быть, чуть больше назад. А сейчас, если его спросить, часто он его применяет, мы тоже в свое время, ну, полгода поигрались, и это ушло на второй план. Поэтому я не думаю, что это будет иметь широкое распространение. Да, был прям, по-моему, там такой, типа, там, рука, там, палец вверх, такой челлендж, у кого больше. Ну что, коллеги, если вопросов, тем для дискуссии по всем нашим докладам не осталось, давайте завершим эту сессию. Большое вам всем спасибо за хорошие поставленные вопросы, обсуждения, комментарии. И всем вам хорошего вечера.